Всем привет! Мы приехали на турники в город Псков, и сегодня мы покажем вам, как тренируются местные ребята. Это Виталий Дидыч, местный лидер движения. Сегодня он расскажет вам, что это за зал, что это за турники, и покажем и расскажем вам, что это за ребята. Итак, Виталий, расскажи вообще, сколько ты занимаешься, как воркаут пришел? Ну, воркаутом я уже занимаюсь, наверное, это более 13-15 где-то лет, да, то есть в далеком 2008 году, будучи еще школьником, да, было интересно с ребятами прийти просто на площадку, и там я увидел, что на ней можно не только подтягиваться, там есть еще какие-то трюки, элементы. Это заинтересовало, захотелось тоже чему-то научиться. Элемент за элементом, да, это замотивировало. И вот таким образом я выбрал свой путь и связал свою жизнь, да, именно вот с воркаутом. А расскажи подробнее о развитии воркаута вообще в регионе, с чего начинали, к чему пришли? Да, вот еще получается, как и начинали 2008 года, это все плавно начинало перерастать из просто сбора, да, как говорится, ребят на площадке, это переросло уже в полноценное такое мероприятие, когда мы еженедельно, да, по выходным собирались сначала в деревне, да, а потом уже начали в городе проводить массовые сборы, куда стекались, я бы сказал, самые заинтересованные в этом спортивном направлении ребята. Там мы повышали регулярно свой уровень по физической подготовке, то есть изучали элементы, там давалась неделя на то, чтобы выучить что-то новое, да, и, грубо говоря, можно сказать, так хвастались через неделю, кто что выучил, чего достиг. В 2010 году, так мы вот уже с коллективом, да, сформировавшимся, мы провели первые соревнования по воркауту, они назывались «Псковская лесенка», где были и подтягивания, да, и какие-то простые элементы. И так, год за годом мы проводили уже там достаточно большое количество соревнований, там от районного до областного уровня. В Пскове прошел городской фестиваль в стиле стрит-воркаут, приуроченный ко Дню молодежи и Международному дню борьбы с наркоманией. Я сам в Пскове участвовал в соревнованиях в 2018 году и занял первое место на этапе Кубка мира, где на мою память присутствовало более 7 стран. Виталий, расскажи вообще подробнее о подобных мероприятиях, как удалось такое организовать вообще? Все у нас произошло, да, как говорится, со сменой нового руководства региона, да, мы нашли новую поддержку, да, как говорится. И нашли поддержку не только, да, от власти, но еще и от различных, да, назовем их так, спонсоров. И все это вместе совокупно сложилось в то, что мы получили новый виток в развитии воркаут-движения и начали реализацию одного крупного проекта. Это развитие воркаута в Псковской области и установки спортивных площадок. Первым крупным мероприятием стало в 2018 году. Специально для него как раз была построена самая крупная на тот момент в северо-западном федеральном округе спортивная площадка, там на 600 квадратных метров. На ней провели этап Кубка мира по воркауту. Да, и вот как ты говорил про страны, да, количество, там их было где-то, если более 20. В следующем году мы проводили уже силовой чемпионат мира по воркауту. Да, то есть в 2018 это был этап, а уже в 2019 это уже силовой чемпионат мира по воркауту. И также количество стран перевалило за 20. А как вы оказались в этом зале? Собственно, я знаю, что это не первый ваш зал. Да, ну вот мы уже, наверное, я бы сказал, в 2010 году мы занимались с ребятами, ездили там в цирковое отделение, это был городской культурный центр, мы когда-то ходили туда, да, там, то есть какие-то азы там оттачивали, потому что на тот момент, ну, у нас в городе тут похвастаться где-либо, чем помещениями не было возможности. Далее мы уже занимались потом и в Пауэре, да, в другом клубе. Потом в Андромеде занимались, потом переехали на Коммунальную 19, другой зал. Потом переехали уже в зал Суперфитнес, потом на Киселева 16. И вот только в этом году этот проект 2,5 года мы ждали, когда он будет готов, этот зал. И вот сейчас мы на Ротной 34, да, мы в городе Пскове. Вот открыли свой зал, он совмещен с залом единоборств, да, и получилось такое название «Академия единоборств и воркаута». И сейчас мы здесь сделали всю площадку, да, грубо говоря, так, как мы хотели, так, как позволяет, грубо говоря, условия. Мы обустроили ее, и это стало таким нашим домом, где сейчас ребята вот могут приходить там и в свободное время заниматься, и мы группы проводим, различные детские, взрослые, тренируем детей, как говорится, с утра и до вечера. И
мы считаем, да, то, что мы добились, ну, того, чего, как говорится, к чему мы стремились, и хотели бы, конечно, чтобы такое подобное место, наверное, было бы в каждом регионе, как минимум. Хорошо, спасибо. Дальше мы покажем вам других ребят, познакомим с сильнейшими атлетами Пскова. Сегодня мы покажем вам сильнейших атлетов Пскова и Псковской области. Универсальных атлетов в Пскове я не знаю, ну, сильно универсальных, которые развиты равномерно, но мы возьмем сильнейшего статика и сильнейшего динамика. Это Андрей Цыпков. Он сильнейший статик Псковской области. Вот, Андрей, расскажи подробнее о том, сколько ты занимаешься, и о своих регалиях. Всем привет! Меня зовут Андрей, я занимаюсь воркаутом уже с 2012 года. Являлся участником многих всероссийских и областных соревнований. Являлся призером этих соревнований неоднократно. Как в Великом Новгороде, так и в Питере мы к вам ездили, в Санкт-Петербург. Участвовал, побеждал тоже. Также проходил в топ-6 на кардо. Два раза участвовал на кардо. А на данный момент я тренер, тренирую детские группы по воркауту. Здесь в зале мы развиваемся и становимся сильней. А это сильнейший динамик, Даниил Файн. Расскажи подробнее о том, сколько ты занимаешься и какие у тебя регалии. Я занимаюсь воркаутом уже 5 лет. Участник и призер областных соревнований города Пскова. Также являюсь участником соревнований в городе Питер. Также занимал второе и первое место в городе Псков на соревнованиях Street Fest. Также участник кардо в 2020 году. И да, я действительно веду свой YouTube-канал, на котором уже 6 тысяч подписчиков. Снимаю там различные обучалки, влоги с тренировок, обучалки на различные сложные, средние и легкие элементы воркаута. Сейчас хочу попробовать продемонстрировать подтягивание в ласточке в верхнем хвате. Давно не занимался, был перерыв в тренировках. Посмотрим, сколько сделаю. Раньше делал 13 раз подряд.
Станция Максима. Стоите в клубе там, вдруг на вас пычет, просто берете ножку и аккуратненько заводите в область шеи. Противник маленько в шоке будет, дальше добивает. У тебя какие-то противники, пигмеи, Максим. Шея низковата как-то.